За 2 дня из-за гололеда по области произошло 6 аварий. Сегодня на улице Султан Бибараса автомобиль врезался в столб. ДТП произошло сегодня около 11 часов дня. В дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что по улице Султана Бибарса автомобиль марки «Део Нексия» врезался в фонарный столб. Удар был настолько сильным, что автомобиль переломило надвое и, скорее всего, восстановлению он уже не подлежит. Зажатого в салоне водителя спасателям пришлось вызволять с помощью специальных инструментов.